Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ежедневные награды я забираю. Так, сегодня, ребята, у нас воскресенье, завтра уже будет понедельник. Поэтому сегодня нужно бустануться, попасть в топчик. Потому что завтра я не смогу, ребята, начать буст из-за работы. Так что во вторник, а может быть даже в среду. Посмотрим. Так, здесь мы с тобой забираем за серию испытаний. Так, открыть колоду и бои. Как всегда, бои. А у нас 26 телепортов. Всего. Этого мало, ребята. Ну ладно, я думаю, что хватит нам, чтобы выполнить, по крайней мере, задание. Так, Сплинтер, давай-ка мы продолжим тебя прокачивать. 6 кошек Мано, или как они там, Мако. Понятно, пока нету. 6, да, нужно? Опять мимо. Дудки. Вот мы и поискали, да, кошечек. Ага, я все понял. Так, фигурка кошки выпала. Так, давай дальше. Одна только, ребята, из 6 одна. То есть еще 5 нужно. Вторая. Очень тяжело, конечно, их добывать. Да, мы выполнили уже с тобой задание. То есть 2 кошки я всего лишь нашел. Ё-моё. Это у нас затянется, по ходу дела, надолго. Так, забираем здесь награды. И дальше у нас открыть колоду. Плюс поднять уровень персонажа. Так, у нас с тобой сколько откатов? Никто не видел? Я тоже что-то не обратил внимания. Хватит ли нам вообще сегодня на боевку-то на всю? Так, и поднять уровень. Уровень будем поднимать Шреддеру. Опа, 93-й, шикарно. Так, здесь забираем все эти награды. И прямиком в бой, друзья мои, прямиком в бой. Турнирная арена, смотрим. Так, я в Лиге Мастеров, ранг 40-й. 2 звезды, твою ж налево. А вот теперь думай, хватит мне или нет. Хватит мне или нет. Вот какой мой вопрос. 75-й ранг противника. Тихо, 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 Бакстер, не лезь. Ну что, мы тогда будем с тобой делать по стандарту. Начинаем с самых маленьких и заканчиваем топчиком, да? 35 откатов не так уж и много. По-моему, у нас еще есть 250 бакинских. То есть и в совокупности сегодня должны мы с тобой добраться до первого места. Так, ну-ка, Армагон, наказывай их всех. 40-й ранг, в принципе, ребята, не так уж и низко нас и сбросили, будем честны. Могли бы вообще до Лиги Мастеров одна звезда сбросить, но, как видишь, игра ко мне лояльна, да, относится. Так, ну что, какой там у нас? Получается, мы с тобой прыгнули всего лишь 8 ступенек. 8 ступенек маловато будет, если честно. Так, Кент. Меня все-таки, ребята, вот это немножко напрягает. Смотри, $250 ровно. Будем надеяться, что мне все-таки хватит, друзья мои, 46 откатов. То есть, если даже на 2 поделить, это получается по 23. Ну, 23 боя в общей сложности мы сможем с тобой сыграть. 23 боя. Если подумать логически, этого должно нам хватить, чтобы до топового места добраться. Даже если мы с тобой перейдем в Лигу Сёгунов, ой, в Лигу Мастеров 3 звезды, да, там минимум где-то нужно будет боев 10, это минимум, а максимум боев 12. То есть на 2 это уже 24. Ну и здесь еще где-то 3 или 4 боя, да? В общем, хватит нам, ребят. Все потратим, но в топ заберемся. И нам больше делать нечего будет, ребята, потому что, ну что сказать тебе. Во-первых, сегодня фармить у меня не получится, потому что все доллары мы с тобой скинули на откаты. А чтобы фармить, нам нужны с тобой телепорты, которых у меня нету. И это, кстати, плохо, потому что, ну, представь, да, на следующей неделе, например, будет какой-нибудь классный ивент, где можно будет фармить, ну, Кренга, предположим, да. А у меня нету, извини меня, откатов. Точнее, не откатов, а телепортов. И все, и мы приплыли, потому что их зарабатывать практически невозможно. Есть одно испытание, да, где ты можешь получить, но там сколько? Максимум 15 штук. Это не спасает дело, потому что за одну попытку фарма берут от 4 до 8
телепортов. Так что, ребята, придется, как говорится, завязать пояски и немножечко уже, как говорится, напрячься. Может быть, даже если будет неделя у нас следующая с таким персонажем на розыгрыше, который у нас есть, возможно, мы даже не будем с тобой играть следующую неделю, возможно. То есть я не буду делать видосики, играть-то я буду за кадром, но без видосиков, потому что надо будет, ребята, ну, на самом деле как-то поднакопить и откаты, и телепорты. А это все делается очень тяжело. Так, ну что, побежали. Тут, конечно, все опять же легко и просто. У нас Усаги делает свой козырный удар катанами. Хоба. Ну, а Армагон, соответственно, просто делает добивку. Шмяк. И все, друзья мои. Так, мы уже на каком месте-то с тобой? Я надеюсь, еще бой, и мы все-таки перейдем в Лигу Мастеров 3 звезды. А ну-ка. Да. Так, ребят, 99-я позиция. Вот, отсюда начинается отсчет. Ну и как минимум, я уже тебе сказал, 10 боев. Это если мы будем проскакивать по 10 ступеней. И если же мы будем с тобой по 8 и 9, то получается где-то 11-12 боев. Опять же, если все будет отлично, без косяков. Ну, насчет косяков, я, конечно, ребята, уверен, что их не будет. Но ты знаешь, да, как они могут тебя перекинуть вместо, например, 8 или 9 ступенек. Они могут тебе всего дать 2. Я не знаю, с чем это связано, но такие вот бзики, ребята, у игры бывают. Поэтому расслабляться тут практически никогда не стоит. Тем более, когда касается именно заключительной фазы игры. То есть, я имею в виду, перед сбросом. К понедельнику нужно быть уже готовым. Так, ну смотрим. 99-я была. Так, вот здесь хорошо, ребята. 10 ступеней мы пролетели. Это на самом деле самое лучшее, что может нам преподнести игра. Это именно 10 ступенек. 11 мы с тобой никогда не перепрыгнем. Мы можем только меньше. А вот десятка, это, я считаю, самый топчик. С таким успехом нам надо будет всего лишь 9 боев сделать. Ну что же. 9 боев — это хорошо, потому что у нас и персонажей хватит, и хватит вполне откатов. В общем, все будет топово. Сегодня, я не знаю, ребята, попробуем пройти в событии День Дони последний эпизод, который я не смог пройти. Откатов тратить не буду, там чисто, ребята, за сыр. Пойдем. Так, ну что, смотрим, 89-я была. Опять 10 ступенек. Пока идет все ровно, друзья мои, все ровно, все хорошо. Естественно, приходится нам постоянно с тобой тратить наши откаты. Потому что только такой командой я могу здесь спокойно разруливать ситуацию, именно Усаги и Армагон. И не боясь того, что у меня вот положат моих маленьких персонажей, именно слабеньких. Так, ну и Армагоша добивку делает. Все, друзья мои, двигаемся с вами далее. Сейчас посмотрим. Если вот так и будет на девяточку все время у нас заканчиваться, то это вообще топ. Ну-ка. Давай, 69-ю. Все, ребят, ну это круто. На самом деле это круто. То есть получается, нам нужно с тобой сделать сколько? 6 боев? Получается, да? Да, 6 боев. Так, раз, два. Раз, два, три. Что-то у меня сушняк, друзья мои, рыбы наелся соленой. Так она меня сушит, я не могу. Я пью воду, пью и не могу никак напиться. Да. Ну-ка. В принципе, топ. Так, Усаги тут, точнее, Сплинтер хотел выпендриться, но у него ничего не получилось. И Армагон всех отправляет. Замечательно. Так, смотрим далее, что у нас там получается именно по прохождению. 69-я, давай 59-ю. Слушай, ну вот смотри, пока следишь, да, за этим, все идет хорошо. 59-й, 69-й, 79-й, то есть идем ровно. Ну и противник, ребята, все время серьезнее. Ты смотри, уже больше начинается 79-х попадаться нам. Я имею в виду уровней.
И как я вот раньше считал, да, чем сильнее противник, ну, по идее, так и должно быть, да, тем больше ты должен получать опыта, соответственно, тем больше ты должен проходить ступенек вверх. Но здесь это почему-то не котируется. Тут абсолютный рандом, друзья мои, идет. То есть тебе могут дать и 9, и 5, и 2, и 10, и 11, и, ну, 12, конечно, я не уверен, что дадут. Именно вот на высоких. Вот. Вот, ребята, видите, уже минус одна ступенька. Должна быть 49-я. Но мне дали 50-ю. Почему? С чем это связано? Противник только крепче стал, да? Ладно, хорошо. Значит, 50-я, да? Значит, следующая должна быть у нас... Так, если 9 ступенек отщелкивать... Так, какая там 50-я, да? Получается 41-я. Сейчас проверим. Сейчас мы все на это с тобой посмотрим. Так. Бросаем валун. Смотрим внимательно, друзья мои. У нас была 50-я позиция. Сейчас посмотрим, куда мы с тобой переместимся. Ну-ка. 40-я. Ребята, а тут уже... Тут уже 10 ступенек. Ну, почему тогда там вот получилось не так немножечко, а? Ну, мне, с одной стороны, тогда же удобнее. 50-я, 40-я. То есть, получается, если взять все... Точно как будет, да? 4 боя. О, тихо-тихо, автобой чуть не врубил. Эй, так не надо. Так шутить не надо. Так, сегодня еще будем играть в драконы и всадники Олуха. Попробуем пройти сегодня события до конца. Надеюсь, у нас получится. А ну-ка, валунчик. Бамс. Найс. Так, теперь смотрим. 40-я была, должна быть 30-я. И 30-е. Как ни странно, все пока идет хорошо. Так, 79-й уровень. Абсолютно везде. Так, Шреддер, подожди. До тебя очередь еще, наверное, дойдет. Хотя, наверное, не дойдет. Знаешь, почему не дойдет? Потому что нам всего 3 поединка осталось. То есть вот это третий. И помимо него еще 2. И все, и мы будем с тобой на первом месте. Так, вот здесь вот. Да, в принципе, Бакстер не должен выжить, да? И этот Бибоп тоже, да. Ромагон все-таки вообще наяривает, будь здоров. Ты урок, кстати, штаны сняты по самую задницу, ребят. Да? Хвост аж торчит. Так. Ага, видишь? Вот, ребята, вот в чем загвоздка. 21 ранг. То есть мне не 10 ступенек дали, а 9. Почему? Ума не приложу. Как это все работает? Ну, я все-таки, ребят, склоняюсь, что это чистый рандом. Он держит для себя какую-то определенную формулу, да? И с какой-то вероятностью, с шансом он все-таки дает сбой. Специально, возможно, да, чтобы это не выглядело как бы шаблонно. Что типа, да, на самом деле тебе начислили вот столько. А за что? Тебе никто, естественно, это не объяснит. Так, ладно, 29-я была, по идее, сейчас должна быть 19-я, если все правильно. Я хочу проверить. 12-я, блин, почему я сказал 19-я? Правильно, 12-я, ребята, да? 9 ступенек начинают они все-таки отстегивать мне. То есть тут получится... Да, еще 2 боя, друзья мои. Но это будет чудо, если мы с тобой перепрыгнем сразу в топ. Это нам надо будет 12... Не, вряд ли мы перепрыгнем. Придется еще нам делать один поединочек. Ну что, давай. Кто-то у меня просил Леонардо поиграть. Но, ребята, мы, по-моему, в прошлой... из серии играли именно Леонардо. Так что теперь опять у нас Усаги вместе с Армагоном. Ну что же, мы наказали, давай посмотрим. Сейчас будет, по идее, позиция какая должна быть? Третья? Третья или вторая? Итак. Первая. Прикинь, ребята, мы с вами все
Вы вышли в топчик. 22 отката мы с тобой оставили, 93 монетки у нас, и мы в лидерах. Так, теперь, друзья мои, по испытаниям. День Дони. Мы с вами не прошли вот этот эпизод, и я хочу попробовать его пройти. Возьму на этот раз абсолютно всех, даже эту муху, потому что на 3 звезды в любом случае я пройти не смогу. А муха, ну, возможно, сыграет как отвлекающий маневр. Возможно, ребята. Так, поехали. Тратить я пока ничего здесь особо не хочу и не буду. Мы с тобой все это прибережем. Единственное, что я хотел бы, это взять провокацию. Вот так. Поехали. Раз. Добей. Молодец. Здесь когтями. Главное, чтобы они не делали массовых атак. Так, переходим снова на вторую волну. Опять здесь эти дроны. Но здесь можно было бы, конечно, сделать одну из массовых атак. Ну, например, вот так вот. Четенько, да? Так, надо было, знаешь, что сделать? Не бить, а на критовку поставить. Да, баф. А это у нас стрелозады. Так, подожди, стрелозады же, они, по-моему, у нас массовую атаку, да, имеют? Имели. Так, вот они, паршивцы, да, значит. Давай попробуем, наверное, Эйприл заморозить. Мимо. Так, не забывайте, что здесь тоже, друзья мои, железноголовый. Вот мне бы сейчас смертельную волну бы... Во. Так. Я не знаю, тигра, тигра спасать. Кто здесь у них погибнет первым, а? Мне бы хотелось, чтобы... А, у Эйприл еще и нету, ребята, постепенного урона. Е, мы ее завалили. Так, давай крит повысим себе. Так, сейчас, по идее, должен, наверное, этот ходить, да? Уже не сходит. Ой-ой-ой. А, Сплинтер делает баф. Защиту повесил, ты посмотри. Давай-ка попробуем пробить. Заморозили. Ну что, друзья мои, последняя волна, 5 из 5. И начнем мы, наверное, с Дони. С Дони, они тут все доники. Именно с ролевого. Так, секунду. Блин, у меня ни провокации, ничего нету. Вообще. Так, ну что, берем провокацию, да. Подставляю Тимати, понятное дело, ребята. Так, смытие, да, дебафов делает. Во-во-во-во-во-во, ребята, вот это опасно. Так, кто же там из вас будет ходить? Скорее всего, Дони пойдет. Дони будет бомбить Тимати. Так, а нам нужно с тобой массовиков-затейников валить. Ну, по крайней мере, пытаться. Да, этот берет провокацию. Сюрики. Ну что, нам надо как-то теперь вот пробить, друзья мои, Дони. Так, Тимати, держись, главное, держись. И он пытается. И он пытается, это что, это разбег у нас, да? Какой он крепкий, а, ты посмотри. Да вы достали уже свои защиты тут понаставили везде. Вот как мне, ребята, мне нужен хотя бы один массовый удар. Есть такой. Надеюсь, он попадет в цель. Он попал в цель. Так, о, спасибо. Так, теперь вот этого Дони, блин, попробовать, а мы его сможем. Ну, я рискую, ребят. Так, там мы понизили защиту. Секунду, волна. Хила нету пока. Ну-ка, Тимати, отомсти. Да какой там отомсти? Ну, а ты? Е! Друзья мои, для меня это неожиданно. Я прошел на 3 звезды. Несмотря на то, что у меня была муха 60 уровня. Да, и я получил Донателло Космос. Я же говорю, ребята, если очень сильно захотеть, и если все правильно сделать и не спеша, ну еще, конечно, чуточка везения и удачи, то все будет идеально. Ну, вот вам идеальный пример
к которому я стремился. Ну что, у нас, ребята, всего лишь 18 телепортов. Ты понимаешь, да, что здесь, ну, вообще ничего мне не светит. Фармить это тоже бесполезно, потому что, ну, ребят, ну, ты посмотри, за одну попытку я буду... Ну, хорошо, хорошо, давай, давай один раз попробуем. $2, вы серьезно? Вы серьезно? Блин, ну тут действительно золотая жила, ребят. Подожди. Золотая жила, я не то начал делать. Золотая жила, вот где была. Че я там начал фармить-то, господи? Ну вот, спешка. Ладно, друзья мои, мне нет смысла здесь тратить, потому что в следующей серии я тогда не смогу выполнить серию заданий. Понимаешь, да? Ну, а нам здесь уже, как говорится, и делать нечего. Буду я закругляться, серия коротенькая, но моя задача сегодня была, ребята, попасть в топ. И я это сделал. И я надеюсь, что до завтра меня не сбросят. Потому что нам нужны с тобой, во-первых, кролики. Сколько там мы получим их? 50. 50 ДНК на кроликов, плюс 75 платиновых осколков. Друзья мои, ну, об этом только и мечтать надо. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.